Привет, ребята, с вами Андрей. Продолжаем. DLC Вашингтон. Ну что ж, вы сами прекрасно видели, что происходило в прошлой серии. Игра, ну прям очень жестоко. Это жесть. Пак, ну конечно, да, дело творит. Продолжаем. Впереди у нас задание. Аквилла, освобожденный. Теперь мы доберемся до Вашингтона. Боже, что случилось? Перешейк был ловушкой Патнема. А Адамс? Ганадоган? Они все погибли. Что? Надо бежать. Надо выбираться отсюда. По суше путь отрезан. Мы уйдем морем. Да, морем есть прекрасный корабль. Но меня знают, я не могу разгуливать так. Я вас замаскирую. Отличная идея. А пока дайте мне чертежи, и я обточу заготовку. Так, украдите форму, оставшись незамеченным. Да, Виталий, ты прав. Ой, тихо. Ты прав, Юрий, давненько можно было уже этим заняться, в принципе, хорошая идея. Так, а как форму-то украсть? Ну, скорее всего, его надо убить, да? Так, ну попробуй здесь убей, блин. Так, сейчас меня увидят. А, он в переулок пошел, отлично. Отлично, 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 молодец. Ах ты! Ах ты, ах ты, ах ты. Иди сюда! Так. Ну, вроде получилось. Так, доставьте синего мундира. Серьезно, что ли? А способности же делать нельзя. Так, меня же сейчас засекут. Хотя, стоп. Нормально, нормально так. А, вот там один типок слева идет. А, то есть не слева, а справа. Так, может быть, обойдем? Это еще кто? Никто, никто, никто! Ты нас не видел, блин! Ё-моё! Иди сюда! Так. Запалили все-таки, а? Ё-моё, в самом конце. Коротковато, что ли? Слегка тесновато. Как я выгляжу? Нелепо. Можно было бы и соврать. Какой он толстый, а? Так, используйте силу зверя для убийства стражника, который угрожает Франклину. Так, а вторая задача. Защищая Франклина, оставайтесь незамеченным. Ох ты. У нас проблемы. Да, действительно. Один из нас. Мы в таверну, айда с нами. Так, пока неплохо, пока неплохо. Минутку, капрал! Как не вовремя. Так, неплохо. Толстый он для костюма. Да, толстоват, толстоват. Ну ничего, в принципе. Выглядит нелепо, но... Довольно миссия забавная. Ё-моё. Так, что-то они сагрились, да? Стой, Франклин, куда пошел-то? Он не остановится, походу, да? Так, не-не, мне жизни нужны, жизни, жизни. Сагрятся на него, нет? Не, вроде не сагрились.
Это не получилось, да ё-моё, ну что ж ты, Коннор, такой корявый, да? Ах, ладно. Хотел прыгнуть. Ну, чутка не хватило, а? Ладно, мистер бывает. Фолкнер, сэр. Кто это? Что за... Франклин? Это просто маскировка. Негодяй! Ты отнял у меня корабль! Тише, мистер Фолкнер. Мистер Франклин теперь на нашей стороне. Помогите нам. С какой стати? Вернете себе корабль. А? Причал охраняют, как зеницу ока. Если скажете, что нужно делать, я это исправлю. Ну, попробуйте. Надо отшвартовать аквилу, чтобы мы могли отплыть. А я покамест попробую собрать команду. Затем убьем охрану и отчалим. Ё-моё, не получилось. Так, что наше? Ой, что-то там, смотрите, сколько целей-то немало. Ладно, понеслась. Ну что ж ты, стрелков? Ложь, но все граждане должны немедленно сообщить, если встретят магавков. Бенджамин Франклин объявлен предателем. Так, неплохо. Как на него нацелиться? Нечего там делать. Слезай! Так, а почему он на него не целится-то? Ой, как мне это управление, а? На, держи. Так, а первый готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что я что сделал, что хотел? Ладно. Так, одну цель я, по-моему, прошел, да? А, нет, все верно. Так, благо здесь никакой второстепенной задачи не дали. Вот эта способность, конечно, очень радует. Чтобы управление было бы не корявым. Было бы вообще, вообще шикарно. Так, прыжок. Нет, я хотел не так прыгнуть. Я хотел прыгнуть в воду и попробовать взлететь. Не получилось. А, сагрились. Так, я так понимаю, в этой миссии наша задача будет патным, скорее всего, как вариант, да? Ну, это мои догадки, конечно, но я думаю, это так. Ну, давай, Коннор, ну сделай ты что-нибудь, мне, ну спрыгни ты мне на другую сторону, причала. Иди поплавай, стрелок. Что ты творишь? Что ты творишь, Коннор? О, жесть, просто жесть, друзья. Другими словами, это не описать. Да ты просто улитка! Сам ты улитка. Иди сюда. Только сам не упади. Так, неплохо. Сильно высоковато взлетел, конечно. Достанет? Нет, не достанет. Ну и долго ты будешь лежать? Вали отсюда. Так, дальше. Опа, а это кто такие? Пункт назначения. Отлично. Что надо было сделать? Перережьте канаты, чтобы освободить аквилу. Так быстро титры убираются, я считать не успеваю. Да ладно, ребят, что вы? Так, да. Аквила это значит. Вот, да? Так, Коннор, 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 ну не тупи ты, родной. Ну что ты будешь делать, а? Так, ладно, короче. Дело к ночи, как говорится. Атакуем. По стелсу не получается. А приятно на аквиле побегать, да? Не в задании. А, пока они на меня агрятся, это бесполезно, жизнь не сливается. Ясно. Ладно, валим отсюда.
Так. Давай, давай, родной, прибавляй себе жизни. А! Долго плавать под водой не может, к сожалению. Быстрее! Ой, позорище. Ой, позорище. Да. Так, может быть, здесь подождем. Да ты просто улитка! Блин, сюда прибежали. Да вы что, гоните, что ли? А почему я не могу волков вызвать? Да атакуй ты! Ты чё, Коннор, творишь-то? Ты чё творишь-то? Ну как? Как с этим управлением вот корявым в этой игре можно бороться? Как я устал, а? Это жесть просто. Большой жирный мир у нас Ubisoft за Assassin's Creed 3, что они сделали с управлением. Корявый стелс, корявое управление, это громаднейший минус. Так, ладно, валим отсюда. Все, отлично. Может кто-то скажет, корявые руки у меня, но советую самим поиграть. Или обзоры хотя бы почитать. Перемудрили маленько. Хотели угодить всеми, новеньким и стареньким, а получилось ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо. Благо в следующих частях поправили. А, тут еще, о как! На скорость. Неожиданно. Это у нас получается босса на кораблях, походу, будет. Красиво. Так, неплохо. Дальше что? Так, покиньте область и станьте инкогнито, ясно. Вилла освобождена, есть. Из-за управления даже желание отпадает, переигрывать все эти моменты второстепенные. Помогите голодающему. Ну на, держи, родной. Так, дальше куда? Вернитесь назад, что ли? Серьезно? Так, быстро переместимся, не будем терять времени. Так, теперь этого типа, скорее всего. Ну, ответ. Побег в Нью-Йорк. Прекрасно. Аквила готов. Команда с вами. Они здесь. Драться могут? Моряки-то, они всегда дерутся. Идем. Так. Сопроводите Фолкнера и его команду как Вилли. Что ж, привет. Так, тут я лучше руки поставлю, а то будет проще, мне кажется. А, зачем, зачем? Невидимый режим, понеслась. О! Другой разговор. Вот так бы раньше бы сделали. С бригадой моряков-то попроще, да? Все лысые. Да не, почему все? Не все. Ну ударь ты, Коннор, ударь. Не позорь ты нас. Так, а чё, Фолкс меня жизнь отнимает? Серьезно, что ли? Ну, одержи... Да ты просто улитка! Ну. Мужики, да возьмите это вы в него, да, стрельните. Вы чё, офигите-то? Ой, позорище. Так, ладно. Харе уже мучится с этим управлением. Берем оружие в руки. О, мы еще и косы, оказывается. Ну, а как, стрелять не будешь, что ли? Хм, интересно, ладно.
Четыре косов. Чего ты взял, что они лысые? Не все лысые. Вон, есть и нормально. На, держите сверху. Хватит мучиться. Бегаю с ружьями, стрелять не стрелять. Что за приколы такие? Ты же на Джое. Да, я на Джое. Этой игре даже геймпад не спасает. Управление здесь, конечно, хромает очень сильно. Я представляю, как многие игроки мучились на клавиатуре с мышкой. В воду! Готовьте корабль, я их задержу! В воду, парни, в воду! Так, а волков мы можем вызвать? Ну-ка. Стрелки! Остановите их! Стреляют в Фолкнера! Спасите всех членов экипажа. Ой, там еще подошли, да ладно. Хорош, хорош. Хорош. А, я не могу их вызвать. Так. А почему способность не работает? Не, не спас, не спас я никого. Я еще и сам сейчас подохну. Надя, держи. Да выкинь ты этот ножик. Там не то чтобы неудобно, хаос, просто управление само забаговано. Так. Вот можно сюда стрелять. Иди сюда, на, держи, говно. А, нельзя было сюда бежать. Заново? Серьезно? Да вы не шутите, что ли? Офигеть. Так, ладно. Стрельнулся в бочку, зачем-то стрельнул по этому типу. Ну вы сами все видите, какие баги в игре, да? 6, конечно, да, печально, печально. На, держи, отдыхай. Ну иди сюда. Блин, в итоге побежали.
давай, Конор, ну что ж ты как маленький ребенок, то блин, солдат можешь атаковать. Блин, вот против вот этих вообще жесть, конечно. Хоть ты что с ними делай, они тебе не дают. Они вообще ничего не сделают. Здоровый, толстый, который с такими стопорами просто вообще жесткач. О, видите, да? Просто бесполезняк. Ну, можно вот так замутить, например. Оба, оба, оба. Ну, когда он один, конечно, просто. Кроваво. Давайте бегом на... корабль. Еще толпа бежит. Серьезно, что ли? Да мне в бочку прицелься, Конор. Ну что ты творишь? Как бороться с этим управлением, а? Прицелься мне в бочку, дружище. Ладно. Устал я, короче, от этого дела, надо завершать. Я больше таких багов не могу уносить. Целимся в одно место, стреляем в другое. На, держи. Сюда. Так, надеюсь, это последний. То я не переживу. Есть. Дикарь! Я здесь! Только попробуй шевельнись, и он труп. Отзови людей и сдавайся! Нет, Радун Хагейду! Нет! Заткнись! СТС, спасибо за подписку. Последний шаг. А вот и на... Ладно, как хочешь. Да, я даже не понял, что нужно сделать было. Наверное, выстрелили, да? Дети Патма, используя силу зверя. На, держи! Есть! Неожиданный удар. Дали достижение. Побег в Нью-Йорк. Спасибо тебе за подписку на видео. Да, тяжелое место. Тяжелое. Давай, пожалуйста. Я совершил столько зла. Все, скипетр. Но... это не важно. В каждом человеке таится зло. Яблоко лишь будет его. Конец эпизода. Я знал, что пристань ваш единственный шанс. Он пытал меня, брат. Ганадоган, мне все равно. Земля! Не может быть. Нью-Йорк. Продолжение следует. Все, друзья, на этом все. Спасибо огромнейшее за просмотр. Да, конечно, ну что ж, DLC нормально. Вот что у Ubisoft получается хорошо за прохождение Assassin's Creed 3, я заметил, что тогда, когда мы убиваем тамплиеров,
они всегда жалуются. Вот прям вот жалуются, говорят, что вот мы за мир во всем мире, и, короче, типа, это не я, и прости меня. Вот. А вот что Ubisoft получилось плохо, по крайней мере, в DLC за прохождение 2 эпизода, я заметил, это кривой стелс, по-прежнему которому мешает очень кривое управление в игре. Ну, офигеннейший жирный минус. Ну, с ним можно справляться, конечно, как видите, да, вот. А вот желание переигрывать, делать достижения, например, на 100% отпадает напрочь. Ладненько, на этом все. Увидимся в следующей серии. Впереди у нас эпизод 3 «Избавление». Посмотрим, что там с Джорджем Вашингтоном. И еще новая способность, вроде как бы Серега нам подсказывает. Я не я, и хата не моя. Да, с вами был Андрей. Оставайтесь на канале. Скоро увидимся. Не забывайте про группу Андрей ТВ и пальцы вверх. Всем до встречи. Пока-пока.